Праздничный концерт открывает выступление ансамбля баянистов-аккордеонистов под руководством Сергея Шаповалова. Коллектив был образован всего лишь год назад, но за это время успел стать лауреатом всероссийского конкурса, а также получить премию фестиваля «Одаренные дети Подмосковья». Пока в нем 15 баянистов-аккордеонистов и даже бас-гитаристов, но горизонты и возможности будут расширяться. Ко Дню музыки коллектив подготовил два произведения – «Мульт Лато Тамарина» и «Любовь Поль де Сеновиль Туссена». В этом учебном году в Одинцовской детской музыкальной школе открылся новый класс виолончели. Неизменной популярностью пользуются все отделения – народные инструменты, фортепиано, скрипка. Выпуск у нас был достаточно большой. Вот мы выпустили порядка 80 человек. Вот, пришло учиться к нам в первый класс более сотни. Вот, а если брать еще детишек, которые занимаются на подготовительном отделении, то их количество превосходит 130 человек. Праздничный концерт ко Дню музыки – это всегда единение творческих сердец, настроений, талантов. На одной сцене педагоги, ученики, а также выпускники музыкальной школы. Александр Погосбекян, воспитанник Ольги Ефремовой, заворожил собравшихся нежным Шопеном. Веселой россыпью голосов прозвучал хор девочек «Весенние голоса» под руководством Валерии Мишуровой. В концертной программе и неаполитанская тарантелла, и румынская песня, и маленькая ночная серенада. Получилось небольшое музыкальное турне, в которое ежегодно отправляются гости школы в Международный день музыки. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».